Спасибо, Черногорск! Счастья вам, радости, прекрасного праздника, хорошего настроения и процветания вашему краю! Ура! Спасибо, Саш, спасибо большое! Дорогие земляки, я правда сегодня не приехал в 9, я приехал в 9, но не говорил тех слов, когда говорят и награждают. Решил не портить вам и не затягивать праздничного настроения. Помните, торжественная речь, еще что-то, награды. Вы все заработали. Это был подарок от республики черногорцам. Спасибо за ваш труд, за то, что вы есть, за то, что вы терпели. За дороги не говорю, сделаем чуть лучше еще 2 года. А Александр, знаете, о чем попросил? И исполняющий обязанности города сказать, что через 2 года жители города, который был третьим по промышленному потенциалу в самом великом крае, когда мы были в составе Красноярского края, Красноярск, Норильск, Черногорск, не стояли стоя, а были трибуны. Я думаю, что у нас хватит с вами сил за 2 года сделать так, чтобы Александр Николаевич приехал и исполнил этот концерт там, где нам было можно присесть и 9 на 12 стадион. Это не покупка, это правда. Давайте нацелимся, вы можете и достойны. Все, с праздником, счастья вам, здоровья. А теперь маленький отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, не сбиться бы, 2, 1.